В тот день Светлана Пунигова отказывалась принимать смену из-за многочисленных нарушений. Но бумаги все же пришлось подписать. За 15 минут до окончания рабочего дня Светлану неожиданно отстранили от работы. А когда она потребовала объяснений, под вымышленным предлогом закрыли ее в кабинете. Руководство больницы объявило, женщину собирается отправлять в Вежвинский психиатрический стационар на принудительное лечение. Закрутили руки. Телефон чуть не поломали и начали тащить с третьего этажа рядом с кабинетом по коридору и по лестнице. Так как руки были вывернуты, суставы все болели, я ногами упиралась за лестницу, за эти поручни боковые. Один мужчина с бригадером одну руку тянул, другой другую выкручивал, а третий помогал, выбивал, чтобы я не сопротивлялась. Бригада скорой помощи отвезла Светлану в основной корпус Республиканской психиатрической больницы. Больше суток девушка провела в изоляторе, без питания и обследования врачей. И только спустя сутки адвокат и близкие родственники вытащили Светлану из психушки. Пунигова сразу обратилась к правоохранителям. Закон о психиатрической помощи и иных гарантиях при оказании психиатрической помощи населению, да, предусматривает исчерпывающий перечень оснований для помещения лица в психиатрический стационар. Мы считаем, что именно данные основания соблюдены не были при помещении непосредственно заявительницы. По словам Светланы Пуниговой, руководство больницы каждый месяц лишает премии медицинский персонал. А в тот день проходила плановая проверка финансовой деятельности учреждения. Но в региональном министерстве здравоохранения уверяют, инцидент никак не связан с инспекцией. Факт следующий. 22 числа ее госпитализировали, 23-го выписали. Проверка здесь никак не связана. И кто вот связывает нашу плановую проверку с госпитализацией, пусть они оставят, скажем так, этот грех на собственную совесть. Наша съемочная группа сегодня встретилась с заведующим психиатрического стационара Королевым. От комментариев он отказался наотрез. Камеру можем убрать. Это закрытое учреждение, сейчас идет прием. Вы не имеете права сейчас здесь находиться. Выйдите. Один вопрос. Все. Вы знаете Светлану Пунигову? Кабинет закрытый. Ответить руководству стационара все же придется. Следственный отдел Сыктывкара по факту проверки уже завел уголовное дело. Во время судебной экспертизы предстоит доказать диагноз, поставленный врачами Светлане Пуниговой. Если выяснится, что действительно девушку поместили в психушку без основания, то ответственным лицам грозит до 3 лет лишения свободы. Елена Кононова, телеканал «Юрган», Сыктывкар.